В России появился новый способ хищения денег с банковских карточек. В последние две недели в полицию обратились несколько сотен человек, которых обманули по одной и той же схеме. Жертвы заметили, что с карты пропали деньги после того, как они воспользовались банкоматом. Оказалось, что преступники действовали следующим образом. Подходили к банкомату и, не вставляя в него карту, выбирали какую-либо операцию, но не завершали ее. Следующий в очереди видел на экране надпись с предложением вставить карту и ввести пин-код. Предыдущая операция автоматически завершалась, и жертва лишалась своих денег. Схема работает в том случае, если жертва вставит карту в течение 90 секунд, пока не истек тайм-аут терминала. Единичные случаи таких хищений появились еще полгода назад, но сейчас их число резко возросло.